Одиннадцатиклассники под пристальными взглядами первоклашек спешат в актовый зал. Там их уже ждут учителя и родители. Сегодня они прощаются со школы. Для них вот-вот прозвенит последний звонок. С какой-то стороны, конечно, грустно из школы уходить, но в то же время уже надоело. Хочется, мне кажется, уже выросли из школы, мне кажется, куда-то нужно дальше двигаться. Илья технарь, его любимый предмет – информатика. Решил, что станет программистом. А вот его друг из 11 Г выбрал другую профессию. Александр Титов, творческая натура, играет на гитаре, рисует. Мне хотелось бы поступить на дизайнера, вот, конкретно на графического, то есть рисовать логотипы, визитки и тому подобное. Вадим Сысоев с профессией тоже определился, решил связать свою жизнь с небом. Мой дядя работает авиадиспетчером, один раз свозил меня, все, я влюбился в эту профессию. А почему не летчиком? Хочется ближе быть к семье, наверное, к дому, уже какие-то планы на будущее строить. Выбраны профессии и вузы, куда будут поступать выпускники. Юноши и девушки смотрят в будущее смело, к грядущим переменам относятся с позитивом и, конечно, юмором. Они такие разные, но все-таки вместе. В 17-й школе не просто классы дружные. Вся параллель, как одна большая семья, где каждого ценят и поддерживают. Все это подкреплено знаниями, которые дают учителя. В конце сейчас учебного года все наши 93 выпускника успешно освоили образовательную программу и допущены к итоговой аттестации. Школа номер 17 лидирует по количеству обучающихся, которые принимают активное участие во всероссийских, международных олимпиадах. Они лидеры, вы, ребят, лидеры, и вы, коллеги, педагоги, вы лидеры по участию в этих олимпиадах. Многие выпускники учатся в этой школе со дня ее открытия. Последний звонок, как и положено, праздник одновременно радостный и грустный. Пришло время расставаться с любимыми учителями и друзьями. Они прощаются, но признаются, будут скучать. И всегда благодарить тех, кто подарил им путевку в жизнь. Всем учителям за то, что терпели нас на самом деле, потому что это очень сложно. Мне кажется, вот эта педагогическая деятельность – это одна из самых сложных работ вообще. Это люди только по призванию могут работать. Я больше всего буду скучать, конечно, по моему классному руководителю. Это Геннадий Николаевич. Вот. Это, он у нас ведет историю обществознания. Наверное, самое любимое – это обществознание. Вот, мне интересно политология, экономика. По друзьям и, конечно же, по Наталье Анатольевне, потому что этот человек, можно сказать, воспитывал нас, указывал на наши недостатки в характере. Просто, можно сказать, вторая мама наша. Вот и все. Последний звонок для 11-классников Одинцовского округа прозвенел. Уже совсем скоро они снова вернутся за парты, чтобы сдать выпускные экзамены. Я запомню каждого, кто был со мной. Давайте вместе не будем забывать. Здесь была моя первая любовь. Здесь были мои первые друзья. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».